я юных сорванца, одинаковых с лица, спички где-то раздобыли и решили посмотреть, как огонь будет гореть. Скрытно в дом они пробрались и совсем одни остались. В комнате ковры, подушки, деревянный стул и стол. Подожгли кусок газеты, положив ее на пол. Дом поджигали, оказывается. Почему ты, он поджигал, а ты там присутствовал и ничего не сделал? Ни нам не сказал, что он, Илья, спичка, говорит, ни у него спичек не собрал. Я за водой побежал. Да, за водой ты побежал, тушить? Да. А что вы там зажигали, непонятно? Полили. Полили, вон бумажки на ковре валяются. Ну, ты хотел посмотреть, как горит огонь? Нет, я хотел, эти бумажки спалить, они загорелись, я все не побежал просто. На гамака я тут там в доме все. А что ты, ты взрослых не позвал? Так, а вот мог уже все сгореть, весь дом. Вот я именно сам сжег. Ну ты молодец, такой красивый дом хотел сжечь. Куда бы мы ездили отдыхать тогда? А ты знаешь, что спички детям не игрушка? Знаю. А почему взял? Я не брал, правда. Аксинья сам взял, подвалил бумажку. Потом Аксинья убежал, я сам начал. Аксинья пошел за водой. Ну ты теперь понял, что так делать нельзя? Покажи, что, покажи, что у тебя произошло, палец покажи, покажем. Это результат чего палец такой стал? Того, что ты баловался с огнем, да? Я не баловался. Ну больше не будешь? Ладно, пошли шашлык жарить. Там тоже есть костер, хорошо его разожгем так. Тори, в общем, нашли спички и вдвоем решили, да? Вдвоем решили подпалить, потом... Вот мы, мне две и Илье две попробовали. И у Ильи последняя осталась, которая плохо зажглась, а у Ильи получился зажечь. А, у тебя получилось, да? Да. Илья мне сказал на его взять. И я ему сделал, а свою потушил. И он потом поднес к бумажке. Да, бумажке. И она зажглась. А я побежал за водой, и я ее тушил. Потом я взял в клубке, я не знал, что делать. Случайно вдруг пальцы ее случайно выбросил на пол, потом я ее тушил и затушил. А потом я прибежал, а ты уже там все потушил, там кусочки бумажки лежат. На кровати был, я ее выкинул с кровати и начал тушить на полу. Она потушилась, а потом Аксинья прибежала, и там уже ничего не было, я тебе пальцы потушил. Рука сильно болит? Скажи. Да. Уже просто перестала рука болеть или болит? Ну и какой ты сделал, Арсений, с этого урок? Детям спички не игрушка. Ну понятно, это лучше ты... Лучше не, когда не будут спички. Хорошо. Ну если вырастем, то только можно. Ничего себе, только можно. И опять будете дома зажигать? Нет. Ладно, на первый раз мы вас прощаем. Но в следующий раз за такое будем зажигалкой вам пальцы жечь. Больно будет, как ты думаешь?